Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики мои, гости и неравнодушные к моему каналу, к моему творчеству. Я всех приветствую. Всем что скажу? Вот я решил выйти к вам с письмом благодарности своим, так скажем, благодарностью, в общем, что вы меня в период моей болезни поддержали, пожелали мне хорошего выздоровления всем. Я хочу поименно отблагодарить каждого за ваш проявленный, так скажем, желание меня поддержать в этой нелегкой эпидемии, которая сейчас развивается во всем мире. Это ковид. Очень страшная болезнь. Я это все испытал на своей шкуре. Я после расскажу, как я пережил все это. А сейчас я пока хочу вам отдельно сказать мое спасибо и слова благодарности. Это, значит, так, начинаю по списку. Харьковская шкатулка, поэтесса Надюша, спасибо большое тебе за то, что ты меня поддержала. Очень тебе благодарен, очень тебе рад. Спасибо тебе большое. Дима Матвиенко, певец-музыкант. Спасибо тебе большое, Дим, что меня поддержал в трудную минуту в такой нелегкой болезни, как ковид. Лирочка, спасибо тебе, родная. За все тебе спасибо. Всего тебе доброго, хорошего. Я вам желаю всем, друзья. Александр Бахметьев, бард-поэт. Спасибо тебе, Саша, за проявленную такую заботу, за то, что пожелал хорошего всего. Спасибо тебе. Вячеслав, душа поэта. Слава, тебе большая благодарность. Большой поклон. Спасибо тебе, дружище, за твои хорошие слова. Надюша Щепун, блогер. Надя, я тебя обожаю. Спасибо тебе за все, за хорошие слова, поддержки. Готовим с Олей, блогер тоже. Спасибо тебе, Оля, за поддержку. Большая благодарность. Галина из Кстова, Галенька, спасибо большое тебе. Я хочу сказать, всегда меня поддерживаешь. И так я рад. Оля Полик, блогер. Она сейчас в Америке. Я знаю, ты меня слышишь. Ты меня сейчас увидишь. Благодарность тебе за поддержку. За то, что мне пришлось все пережить. И слова твои не прошли мимо. Спасибо большое. Лина, блогер, тоже спасибо тебе большое, Линочка, за поддержку, за заботу. Володя Сапрыкин, музыкант-поэт. Володя, прими от меня. Спасибо, благодарность, с уважением, всегда Алексей. Елена, Леночка, я знаю, твои работы, они значимы для всех. Искусство, что ты продвигаешь людей, их искусство, все прочее. И спасибо тебе за поддержку. Танюша Снитко, бард-музыкант, поет хорошие песни. Танечка, очень спасибо за все, за поддержку, за проявленную заботу, за слова теплые, хорошие.
Наташа Молдаванова. Молодая поэтесса Наташенька, спасибо тебе большое тоже. Слова искренние за поддержку. Здоровья тебе большое. Ну, Серёжка, друг, музыкант, как всегда. Я знаю, всегда он меня поддерживает, Серёга. Спасибо тебе, дружище, за твои искренние слова, что ты смог отозваться у моих подписчиков. Я прочитал, многие отозвались к тебе, с пониманием отнеслись от моего имени. Спасибо большое. Ирена Шемис, хорошая баянистка, отличная певица, хорошо исполняет песни. Ирена, очень спасибо тебе за твои теплые слова. Спасибо. Лена Асмр, блогер. Ну, это за границей. Тоже спасибо вам большое. Вы меня поддержали, за ваши хорошие слова. Вам огромное спасибо. Танюша Подсолнух, блогер. Тоже, Танечка, тебе спасибо большое за поддержку, за радость, за слова хорошие. Всего вам хорошего тоже и доброго, и главное здоровья. Хутор близ Сыргута. Это там Инночка с Петром, мои друзья хорошие. Спасибо вам, привет большой от нас, от нашей семьи, всем большой поклон. Спасибо за теплые слова. Вам тоже всем здоровья. Немного для улыбки и души. Блогер. Ну что скажу? Спасибо вам большое. Хотя я вас мало, может, знаю, может, не так, как всех, но вам большое спасибо. Мои авторские стихи о Боге. Оля поэтесса, Оленька, я преклоняюсь перед вашей поэзией, конечно. Спасибо вам за поддержку, за то, что вы проявили хорошие чувства о моем здоровье. Спасибо вам большое. Олеся Загорельская, блогер. Олесенька, спасибо тебе тоже большое. Я кланяюсь всем вам, друзья мои. Мне очень приятно было читать ваши комментарии, вашу поддержку всю, чтобы действительно я поправился. И я, наконец-то, стал выздоравливать. Конечно, не полностью, еще продлится множество всяких лечений, но я немножко уже в порядке, так скажем. С поэзией души, творчество для любого настроения. Ларочка, спасибо вам большое. Я уже знаю, Ларочка, это ты. Спасибо вам большое за ваши теплые слова, за вашу проявленную заботу. Ну что, вот уже второй список идет. Танюша, молва прошла, блогер, хорошее песнопение, очень хороший блогер такой. Танюша, спасибо тебе. Я искренне рад, очень рад за теплые ваши слова. Авторская песня Сергей Максимов. Сережа, да, это хороший бард, это музыкант, поэт, сочиняет хорошие песни, стихи, множество хороших работ. Я ни одну работу никогда не пропускаю. Сережа, спасибо тебе за поддержку, что ты проявил о моем здоровье действительно. Слова нашел хорошие для меня. Спасибо. Моя ностальгия. Татьяна. Да, Татьяна. Я читал ваш комментарий.
все очень хорошо. Я только скажу одно. Всем вам желаю одного тоже. Здоровья. Здоровья не купишь ни за какие деньги. Спасибо вам большое. Кланяюсь перед вами. Луганские истории. Это друзья с Украины. Андрей, Татьяна. Я вам тоже выражаю благодарность от моей всей семьи тоже. Вот. Спасибо вам большое за поддержку. Серж Грант, блогер. Спасибо, Сергей, за теплые слова, что вы написали в знак моего выздоровления. Кошкин дом Алисы и кота. Да, Юля, я читал неоднократно вашу тоже поддержку в знак моего выздоровления. И Александр. Да, у вас еще родился Димочка. Желаю вам и всем здоровья. Только здоровья. У вас все будет хорошо в дальнейшем. Ну что, как я появлюсь на своем канале, обязательно загляну ко всем. Никого не пропущу. Погляжу за это время, что вы выставляли. О чем у вас была, так скажем, тема у всех. Спасибо. Елена Ф. Елена Ф. Блогер, рыбалка, грибы. Ну, там кухня. Да, Леночка, мне нравится, как вы выставляете свои работы о рыбалке, о грибах и все прочее. Вот. И мне спасибо, конечно, вам за поддержку, за ваши хорошие слова о моем здоровье. Володя Матяш. Да, Володь, музыкант, певец, хороший друг с Украины. Всегда я с ним в хороших отношениях, вот, в тесных, так скажем. Мы делимся своими работами. Спасибо, Володь, за душевные слова твои и все прочее. Оля Мама, блогер. Да, Оленька, твои работы тоже прекрасны. И спасибо за твои теплые слова. Саша Роскошный, кулинар из Сочи. Саша, да, твои, наверное, работы все смотрели, знают, как ты готовишь. Умничка, молодец, продолжаешь в том же духе. Спасибо тебе за поддержку твою, за все прочее, за твои слова. Спасибо. Сандоу Родригес, музыкант. Это из-за рубежа. Спасибо тебе, Родригес, что ты проявил такую заботу и высказал за мое здоровье хорошие слова. Спасибо тебе большое. Елисей Липатов. Это молодой начинающий поэт, юный, юнец, чтец, кстати, хороший, хорошо очень читает стихи авторов. Мне нравится. Вот тоже он соизволил, Елисей, в поддержку мне написать хорошие слова. Выражаю благодарность. Злада ТВ, блогер. Спасибо тебе большое. Я очень рад, что вы соизволили действительно отозваться и выразить знак выздоровления хорошие слова. Спасибо. Гитарная музыка. Виктор Ялунин. Это хороший музыкант, очень специализированный музыкант. Да. Витя, ты действительно очень одаренный. Я читал твои комментарии в поддержку обо мне. Спасибо тебе, Виктор, большое. Очень благодарю тебя. Мои песни как плод покаяния. Николай. Да, Николай.
Это музыкант, поэт своего стиля. Песни все связанные на тему о Боге. Это хорошая очень тема. Она насущная, особенно в наше время. Николай, что я тебе скажу? Спасибо тебе, друг. Действительно, очень по-настоящему открыл глаза на все. Спасибо тебе большое за поддержку. Кланяюсь тебе. Анна Гельтман, блогер. Да, Анечка, спасибо тебе большое. Тоже за поддержку, за все хорошее. Спасибо тебе. Майшес, блогер. Это зарубежный блогер. Спасибо тебе большое. Если ты меня видишь и слышишь, я выражаю благодарность большую. Серж, музыкант, поэт и рассказчик такой. Это друг хороший из Подмосковья. Если я не ошибаюсь, из деревни Новинок. Да, Сереж? Наверное, так. Спасибо тебе большое, дружище. Ты слова всегда пишешь очень отменно, и поддержку. И так, когда я выставляю какие-то свои материалы, работы, и вот знак выздоровления, твои слова не остались, как бы, не остались в стороне. Я все прочитал. Спасибо тебе большое. Юр Кирьянов, друг, спасибо тебе за твои слова. Да, ты молодец. Откликнулся. Хорошо. Спасибо тебе, дружище. Снежана, блогер. Да, Снежаночка, спасибо тебе тоже большое. Я рад очень твоим хорошим словам. Ой, так, что тут у нас еще? Блогеры, два блогера уже иностранных, я уже не понимаю, о чем тут они написали, но я уже знаю, что это знак поддержки. Им тоже большое спасибо, я к вам загляну обязательно на канал, и мы пообщаемся по переводу, скажем так, уже с переводом я пообщаюсь. И Наташа, Наташенька, блогер из Москвы, бывший врач, вот, выставляет полно своих работ. За последнее время мне вообще нравится ваша работа, как вы выставляете, конечно. Раритетов у вас достаточно полно, предостаточно дома. Очень прям такие вещи, то, что радует глаз с времен СССР. Но продолжайте в том же духе. И спасибо вам за поддержку. Не знаю, конечно, ваш комментарий кто-то удалил, я там прочитал, где ваш комментарий, и что-то я не знаю. Может, где-то кто-то как-то по ошибке удалил, кто, я не знаю. Вот. Ну, я надеюсь, что вы меня и так услышите, поймете. Я к вам загляну на ваш канал, и будем общаться дальше. Спасибо вам большое за поддержку. Итак, друзья мои, я всех поименно назвал, кто меня поддержал в этом плане. Ну что, кто не соизволил написать, может, был занят, или, может, не заходил ко мне на канал, я не обижаю. Просто я скажу всем моим подписчикам, друзьям, гостям, большой поклон я вам отдаю. И говорю спасибо вам большое, ребята. Я к вам обязательно зайду, если время будет. Вот. Спасибо вам большое. Будем дальше общаться. Пока-пока.